От автомобильного кузова до водопроводного крана участники чемпионата WorldSkills могут сделать все, что пожелают. Сложные детали изготавливают без инструкций и чертежей. Сейчас первоуральцы, которые представят наш город на всероссийских соревнованиях, проходят интенсивную подготовку. На одной из таких инженерных тренировок побывал Алексей Вербицкий. Сейчас я буду наносить дефектоскопический спрей на деталь, чтобы начать сканирование. Спрей превращает блестящую поверхность детали в матовую, чтобы ее мог увидеть сканер. От пристального электронного взгляда не ускользает ни один нюанс. В результате получается точная копия детали в цифровом формате. Вот сейчас смотри, вот сейчас нижнее он видит? Первоуральцы готовятся к финалу чемпионата России WorldSkills. Дословно, мировые навыки – это крупнейшие соревнования профмастерства. Представители группы ЧТПЗ тренируются в металлургическом колледже под руководством наставника. Занятия проводят дважды в неделю. Это воспитывает в них инженерное мышление. Ребята, которые у нас участвуют, они непосредственно хорошо умеют и читать чертежи, и понимать чертежи, и детали какие-то готовить, то есть более осознанно подходит уже к производству. Финал чемпионата планируют провести осенью в Новокузнецке, но из-за пандемии коронавируса сами соревнования пройдут онлайн. Первоуральцы будут состязаться со своими коллегами из других городов России. Александр – один из самых юных участников, ему всего 16. Ну, очень интересно поучаствовать в таких соревнованиях больших. Это мне понадобится в будущем, если я пойду на инженера. Там в любом случае понадобятся такие знания. Школьнику предстоит соревноваться в дисциплине реверсивный инжиниринг. Задача – воссоздать деталь по отдельным фрагментам. Какой именно будет эта деталь, на соревнованиях участникам заранее не говорят. Это может быть, к примеру, фрагмент кузова автомобиля, а может и миниатюрное устройство, используемое в быту. Деталь размером со спичечный коробок, обычная кранбукса, знакома каждому, кто хоть раз ремонтировал дома водопроводные краны. Вот такую деталь участники чемпионата способны воссоздать без всякого чертежа за несколько часов с точностью до сотых доли миллиметра. Михаил – еще один первоуралец, который покажет свои умения в реверсивном инжиниринге. Он уже студент 4-го курса образовательной программы «Будущее белой металлургии». Собирать детали по крупицам для него не в новинку. Нет, мы не так же. Ты прям хочешь заблокировать их? Ну давай. На втором курсе у нас начались профпредметы: инженерная графика, компьютерная графика. Мы стали изучать программное обеспечение для создания 3D-моделей. Затем познакомился с компетенцией на WorldSkills регрессивный инжиниринг, и меня это заинтересовало. Всего в финале чемпионата профмастерства примут участие 4 первоуральцев. Покажут навыки в реверсивном инжиниринге, инженерном дизайне и промышленной механике. Представители группы ЧТПЗ уже соревновались в чемпионате WorldSkills и занимали призовые места. Сейчас надеются пополнить коллекцию медалей. Алексей Вербицкий, Евгений Шилов. Новости. Первоуральск.